Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы находитесь на канале «Братьев Приходько». Меня зовут Денис, и это рубрика «Мастерство». Сегодня я буду делать браслет. Браслет для моей мамы. Я подготовил уже материал, то есть заготовки. Застежки. Подготовил сразу, чтобы не отнимать ваше время. В принципе, всем и так понятно, что нужно сделать. Нужно просто нарезать нужный нам материал до нужных размеров. Медальон буду делать с рисунком льва. Это знак зодиака. И с пожеланием любимой маме на здоровье. Для того, чтобы начать выжигание, нам нужно подготовить наши костяшки к нормальному виду. Как и всегда, для начала я срежу все края и лишние места резаком. Пока что у меня были все костяшки с закругленными краями, то есть все браслеты под один классический вид. В следующий раз, ну это я сделал для мамы также, чтобы они были приятными на ощупь. В дальнейшем можно будет сделать какие-нибудь странные браслеты с непривычной формой. Прохожу для начала резаком, для того, чтобы потом меньше пришлось бормашины все это шлифовать. Так как у меня мастерская находится дома, то пыль разлетается, когда долго занимаешься этим делом. И оседает на всех поверхностях, которые только можно. Но за неимением лучшего, и это хорошо. Потому что многие мне постоянно говорят, как так совет дают, чтобы я приобрел там хорошие, дорогие инструменты, нашел себе место, чтобы не дома. Пока такого нету, работаем дома. Поэтому и вы, если вы хотите начать чем-то заниматься, берите и занимайтесь. По возможности улучшите свой арсенал инструментов и начинайте. Главное ведь результат в этом занятии, а не то, какими путями ты его достигаешь. Одна готова. И так еще 5 раз. Форма сделана. Прежде чем приступить к шлифовке, нужно сделать дырки. Для тех, кто будет заказывать, для тех, кому понравится мое творчество, и те, кто будут заказывать мои работы, вы можете отойти от стандартных размеров, от стандартных форм. Можно придумать любой формы, сделать любой формы костяшки, нарисовать любой рисунок. Что нужно для того, чтобы просверлить дырки? Нужно взять линейку и прочертить 2 полоски, по которым будут эти дырки идти. Выставляем все костяшки. Теперь вымеряем центр, ставим заметки, чтобы не уйти никуда. Для тех, кто не покупатель, кому просто интересно посмотреть, особенно если вы занимаетесь тоже каким-нибудь рукоделием, присылайте мне фотографии ваших работ. Также присылайте фотографии своего инструмента, своего места для работы. Скидывайте фотографии, а мы будем потом это все на видео обсуждать. Отметки сделаны. Приступаем. С этим все, теперь шлифовка.
Браслет почти готов. Вот все составляющие отшлифованы. Теперь берем бечевку и соединяем все вместе. Соединяем все вместе на одной нитке, завязываем узлом одинарным. Чтобы костяшки никуда не разъезжались, берем карандаш и начинаем рисовать. Посередине будет лев, примерно в этом месте. Здесь будет надпись, и здесь будет надпись. Любимой маме. На здоровье. Такая будет надпись. Рисуем льва. Такой, в общем, я сделал рисунок. Голову уменьшил, чтобы можно было нарисовать гриву. С левой стороны любимой маме, справа на здоровье, посередине лев. Начал уже выжигать. Сразу придаю объем шрифту, чтобы к нему не возвращаться. Надписи есть, теперь приступаем к льву. После просмотра обязательно оставляйте комментарии, какие-то пожелания, вопросы, чтобы не молчать во время процесса. Я буду отвечать на эти вопросы, может быть, что-то рассказывать. В общем, пишите, не стесняйтесь. Основной контур завершен. Надо стереть весь карандаш. Совсем мелкие какие-то моменты нужно прорисовывать легкими-легкими нажатиями. Изображение льва готово. Добавим в этой части еще знак зодиака. Осталось положить тени вокруг, чтобы не смотрелось так лысо. И будет все готово. Чтобы нормально положить тени, снимаем все костяшки.
Теперь с помощью теней сделаем более мягкие переходы от черного к светлому. На затяжке я сделаю значок льва с одной стороны, с другой стороны напишу лев. Точно так же сделаем по кругу застежки оформление темное. Браслет готов. Теперь его нужно покрыть лаком. Только с верхней части, где рисунок. Нижняя часть покрываться не будет, потому что она будет соприкасаться с телом. Лак быстро сохнущий, поэтому сразу покрываю вторым слоем. Лак высох, осталось продеть нитку, сделать узлы, и будет все готово. Выравниваем по центру. С двух сторон нужно здесь завязать узлами, чтобы не разъезжался. Чтобы замок ходил туго и смог затягивать нитки под любой размер руки, дырка здесь маленькая, поэтому продеть будет сложновато. В этот раз получилось все гораздо быстрее. Наверное, опыт сказывается. Вымеряем длину ниток, чтобы рука легко у них ходила. Последним моментом остается надеть наконечники на узлы. Затем в самом конце завязываем узел. Двойной или тройной. Срезаем лишнюю нитку. И заправляем концы в наконечник. Так, чтобы ничего оттуда не торчало. Браслет готов. Выпуск подошел к концу. Браслет готов. Если вы желаете заказать такой или похожий браслет, пишите мне в комментариях к видео, пишите ВКонтакте, в Одноклассниках, вступайте в группу ВКонтакте «Мир увлеченных людей», а также «Закажи подарок»,
непосредственно группа по изделиям из дерева. Пишите свои пожелания, вопросы. Будем добавлять их в следующие видео и общаться больше. Всем счастливо, всем пока.